ты 2-2. Значит, у кого 4, кто-то выиграл. То есть, как что ли бросил? Сегодня я там на самбо, где там мужик перед нами сделал. И он говорит, что я не радующий, то есть самбо, он не был условно соревнований. Не, он просто, наверное, перепутал. Нет, нет, это трек, который на нашем трек. И там бросали на 4 балла, и все кричали, 4 балла, а он 2 балла. Ну, он сколько на эфире? Не с этого. Закрыто. Там не этот судья, который... Ну, кстати, дом хороший, который... А, все. Он хороший, а тот второй был вообще. А, ну... Я тебя не подняю. Надо посмотреть. Главное, чтобы он, понимаешь, одинаково судил всех. То есть, если он всем давал 2 балла, да, а если он кому-то дает 4, то он 2-2-2, то есть вот этот балл тебе. Ну что? Герой? Батрминут? Готов? И пол? На этом сладко заканчивается. Минутка вот это. И следующее. Джин! Перец на лице. Кто в лице, если не считает, или... Шерец. Почему? 3 минуты. 2 минуты осталось. Сюда и вещи. Thank you.
Матвей? Шида? Чуй. Я не показал? Не ожидал. Это все потому, что не заполняет. Потянились, так, минуту отдыха. Вот запомнил, как ты бросил? Да. Запомнил, какой у тебя был заклад? Да. Вот запомни, что ты до этого сделал. То есть, какой вы взяли заклад, что ты до этого сделал и как ты бросил. Потому что ты подворачиваешься отсюда, это один прием, у тебя постоянно спина может полететь. Если ты заболел или еще что-нибудь, она точно вылетит. А вот этот у тебя хорошо пошел. Значит, я не знаю, как ты держал, просто... Нет, это дело. Ты отсюда как-то сделал. Ты не делал классический борцов. Так он не классический сейчас. Нет, не классический. Нет, о чем я и говорю. Когда ты классически подворачиваешь, у тебя часто спина стоит. И тебя назад, и ты можешь травмироваться. Поэтому я и говорю, запомни захват, запомни, как ты залез, что ты делал. Вот это вот бросил, вот это надо запоминать, 10 раз повторять, к этому стремиться. Теперь тебе, Артем. Ты делаешь подножку правой ногой. Нет, выводишь, ты не выводишь, а что дальше? Да. Ты посмотри, если у тебя хорошо идет подножка правой ногой, подсечка, значит нужно влезть на сзади, а потом делать передний. Хотя я хотел взять хорошо. Нет, это у тебя не то, что это у тебя уже не первый раз. Ты делаешь подсечку, показываешь, выводишь, все, но нет броска. То есть у тебя нет продолжения. Римаренко хорошо делает, сейчас он не знаю, борется или нет, вот он делает, но тоже не часто получается. Но это его коронный бросок. То есть он часто именно это и делает. Если ты хочешь его делать, значит ты должен что-то делать туда, чтобы он на тебя шел. А ты показываешь раз, ну иногда бывает это, иногда это. А что дальше? Что дальше? Ни бросками, то есть нет продолжения атаки. Зачем ты его выводишь? Если делаешь, тогда делай так, чтобы он летел. Ты просто выводишь, теряешь силы. И нет броска, я понимаю, если ты там через 8 раз сделал один бросок. О, да. А у тебя вообще броска нет. Ты выводишь, да. Я, правда, левша, и я делал иногда так. То есть, просто я говорю вот так. Я показывал подсечку, а отсюда вызвал назад. Здесь труднее это сделать. Но не этой ногой подсечку, потому что ты делаешь это ногой подсечку. Значит, надо сюда, а? Сюда, чтобы он переступил, когда туда бросил. Или наоборот, это сделать и залезть потом сюда. Сделать лево и залезть сюда. Или же отсюда ждать. Высечь. Раз. Отсюда, чтобы он переступил, делать бросок. То есть что-то как-то... Хорошо. Вторая схватка. Чемпионат республики. Лицей, да? Толстуков. Лицей для нас это... Мы ему дали победу, все-таки он в лицее боролся. Время. 4 минуты. Стоп. Шида. Не забывайте, да. Шида не бьет, но предупреждает. До конца, помощь!
пастухом. Да. Запомни. Запомни заклад. Запомни, что сделал. Запоминай. Запоминай. Запоминай еще раз, как руками в конце тянул. То есть не за себя сюда, а туда. Вот девочка с этого Дарья, как ее Даша, кажется. Всех убивает. В партере всех убивает отсюда. Переворота ногами удушающе. И делает зацеп голень. Всех. Японок. Всех. 17 или 18 лет, четвёрка и мира, четвёрка Европы подростка. 52 килограмма, украинка, белодит, вообще рвет всех, сейчас вот не знаю, но вот я смотрел 17 год, рвала всех, партер японок, партер, партер попадает, японки тебя сжирают, в один рот. В одни ворота. Я ее просто вот такой знал. Я видел, то она прижала бороться, ну, девочка как девочка нормально. А выросла и вот ума. И так, что сделал? Зацеп. Зацеп голени. Это он должен как бы идти назад. Правильно? Значит, ты мог подсекнуть. Какой другой подсекать лучше? Правый или левый? Если ты это подсекаешь, то зацепить нельзя, потому что он падает. Значит, можно это показать подсечку. Он что делает? Он раз упирает ножки шире, то есть этой подсечки. Это зацеп. И какой захват? Да. Угу. Минута прошла. Да. Третья складка. Так, у нас три складки осталось. Европа, мир, Олимпийский. Европа, мир, Олимпийский игр, да. Так, единственное, что кто станет чемпионом мира, то гонорар держит пополам. Готовы? Джой. Оценку даем? Нет, не дальше. Ну, не было. Я остановил тебя, когда шла оценка. Шидер. Хаджи. Взял, ты показал, я потом расскажу. Испугался. Испугал противника, он так обрадовался. Смотри. Сюда. Джире. За хорошего. Хороший заклад. Надо запомнить. Так, может быть, бросок.
За неведение будет ошибок. Второй ошибок. Последний будет третий. Я же сделал просто. Главное, за шот. Давай, Борис, Борис. Два ошибок у тебя. Вот по всему одно. Надо, чтобы он третий ошибок имел. Вот так как ты брал захват, и он вышел, так вот это надо заполнить сам засов. Если бы я мог посмотреть видео, могут дать, могут не дать. Могут дать, могут не дать. Но так как видео нет и... А почему вот ты посмотрел так? Что? Вот ты залез и проиграл вот все. Значит, я залез и не зашел сзади. Я не могу. Почему? Почему? Да смотри, Тимка. Я зашел. Ну, ты смотри. Опять наедем откуда. А зачем? Скажи, зачем? Потянул. Смотри. Борис, останись. Я вам потом выставлю, вы смотрите, посмотрите в группе. Нет, этот последний, я просто... Нет, другое. Почему ты не бросаешь, ты бросаешь вперед? Почему ты назад не бросаешь, а потом переходишь вперед? Ну, это у меня... Ну, не получается, вам деле. И что? Я захожу, он сразу пояс. Ты пусть вперед, ты будешь идти. А, я теперь потом как? Пояс. Как? Ты же зашел вперед, а он стоит на ногах, он тебя посадил. Он же стоит на ногах, ты же его не выводишь, он стоит. Он не стоит на одной ноге, он стоит на двух. А ты залезаешь. Залезь назад, развернись и сделай вперед бросок. Вот это, вот это. Отсюда, да? Влезь сюда. Влезь сюда. Но не бросай туда и не надо. Руку убираешь и потом вот это движение делаешь. И спина целая, ну пойдешь вперед. И так падаешь. Вот как щелкнуло, блин, все и. Вот можешь показать без броска? Вот ты мне захват. Вот ты взял захват. Да. Хорошо. Нет, ногу надо ставить. Раз, так, смотрите. Вот как ты поставил ногу, его полностью, раз на стопу, туда. Да. Ну, не так далеко, рядом со стопой. Да. О, вот так. Вот ты пошел. Он же не хочет падать. Да. Вот теперь ты, вот, держи ногу, как ты бежал. Теперь ты разворачиваешься. Ну, да. Ну, что, что это? Дай это походу. Не, вот и будет. Раз и две. Все, он пойдет на тебя. Ты уже разворачиваешься, оп.